Добрый вечер, уважаемые пчеловоды. Вот хочу вам показать, какой силы семьи у меня. Вот посмотрите. Это не черные ули, это черные они пчел. Вечером. Сегодня тепло, выкучились пчелы. Но они сами по себе большой силы. Они, когда сняли мы корпуса, все эти пчелы перешли в гнездовой корпус. Смотрите, вот здесь одинаковые силы. То есть, они в этом году не роили. И там. То есть большой силы. Вот если такой силы будут семьи, значит они расплода здесь много. Они способны, эти пчелы, выкормить расплод на 8, на 9 рамках расплод. Почему я и говорю, что оставляю на 8 рамках гнездовых, гнездо из 8 рам, потому что пчел много. В зиму пойдут пчелы. Если семья, вот этот отводок, здесь, естественно, пчел немного. Видите, они, семья, ну, там достаточно расплода. А эти вот пчелы, вот, они в первую очередь, здесь старых много пчел. В первую очередь будет у нас закорм сахарным сиропом. Они основную нагрузку по переработке сиропа возьмут на себя. Молодых пчел будут беречь. Ну вот я это хотел показать. Вот какие должны быть семьи, сильные перед зимовкой. Слабые семьи, они маловероятно, что они перезимуют. Трудно им будет сохранить тепло в клубе. А если большая масса пчел, они хорошо, даже если и будет отход, все равно много пчел весной останется. Ну вот, что я хотел показать. До свидания.